Помните? Осень. ДДТ. Честно сказать, я не люблю смотреть старые фильмы. Но вот музыка, и особенно вот некоторые, да, песни, вот они действительно становятся классикой, да. Группа ДДТ. Я помню, как мне нравилось это тогда. И вы знаете, вот совершенно другой смысл, понимаешь, это теперь. Со всей политической ситуацией, да, не хочу об этом говорить. Но иногда, конечно, это все очень-очень достает. И вот сегодня мне случайно попалось, и, может быть, погода навеяла. У нас прям сегодня такой дождливый осенний день, и похолодало. Ну вот, как-то захотелось мне это услышать. А когда еще посмотрела этот клип, вот все-все как-то в памяти, да, опять всплыло. Или всплыло. Но... И вот вспомнила себя в те годы, ситуацию тогда всю, да, вот и семью, и ситуация на работе, и в стране. И вот, боже мой, какой вот, какой все-таки этот человек дальновидный, как это актуально вот сейчас. А ведь прошло столько лет. И это остается актуальным. Вот хотелось-то как-то и мечтали, что будет все гораздо лучше, да? Ну, в чем-то стало лучше. Но по-прежнему очень многие вопросы стали еще актуальнее, чем тогда. Вообще обожаю ДДТ. И этот номер очень-очень люблю. Что такое осень? Разлетаются, да, плачущее небо под ногами. Птицы под ногами, но с тобою не был. А знаете, еще вот воспоминания о той энергии, о молодости, да, о дружбе. Кто так не ходил, а? Душе о самом главном. Я опять лишён покоя. Ой, как прекрасно! Как было непросто, тяжело, да, во многих случаях, очень-очень непросто. Но когда ты молодой, окружен хорошими друзьями, дорогими, родными людьми, которые любят тебя, все воспринимается иначе, да, и все трудности преодолеваются легко, и как-то вот... Ну, тяжело было, да, но как-то абсолютно все равно это совершенно иначе воспринимал. А вот уже по прошествии многих лет, я как-то смотрю, думаю, боже мой, как же мы выживали. И как же нелегко нам было. И думаешь, иногда некоторые проблемы сейчас, они не стоят и выеденного яйца, да, как говорится. Насколько было тогда тяжело. Но опять-таки, все зависит от ситуации. Где, когда, с кем ты, какой ты, да? Ой, навевает. Вот все-таки осенняя пора навевает какую-то печаль,
меланхолию, какие-то воспоминания. Но нужно идти дальше, да? Слава Богу, мы живы, относительно здоровы. И все прекрасно, и нужно ценить то, что имеешь в данный момент, потому что никогда не знаешь, что тебя ждет дальше. Что же будет с Родиной и с нами? Как дальновидно, сколько лет назад? Осень, что же будет с Родиной и с нами? И что же происходит теперь с Родиной? Ну, это было такое меланхоличное отступление. Мне бы прочь от земли.